нас проблема с насекомыми складочками, да, вы видите, что они у нас имеют место быть. Здесь, кстати, подходит процедура такая, как два вкола носоглотки. Она подходит не всем, а здесь подходит она всем. Почему видите, в этой области такие вот провалы. Носоглоточка вот отсюда начинается с провалов. Мы сейчас сюда, в чем вообще суть двух проколов? Мы сюда сейчас зайдем и поставим два болюса с одной стороны и с другой стороны. И как раз заполним дефицит тканей, которые у нас здесь есть. В связи с этим носогубка как бы выдавится, немножечко даже ноздри приподнимутся. И остальное мы будем смотреть, потому что когда будем вводить, у нас ткани будут прямо на глазах подниматься. И остаточки, ну здесь немножечко есть небольшие заломчики, мы немножечко их подзаполним. Но основная суть, основная проблема у нас вот именно вот в этих провалах. Бывает у кого-то просто вот здесь залом, а провалов нет. И тогда мы эту технику не используем. А в данном случае мы ее будем использовать. Так, теперь нужно даму опустить. Опустите, пожалуйста. Филлеры иначе могут мигрировать. Мягкие ни в коем случае, средние нежелательно, только плотные. Сейчас посмотрим. Ну, тут, в принципе, девушка молодая, нам хватит одного штриха. Работаем. Нет, грант. Я использую филлеры без лидокаина. Ну, стараюсь. Если бывает такое, что линейки не предусмотрены, то вводим откосно. А когда мы входим, мы делаем аспирационную пробу. 30 секунд. Если у нас все хорошо, у меня в этой области раза три была положительная аспирационная проба. Мы перекалываем. Хорошо, будет сейчас один неприятный прокольчик, и потом, когда буду вводить, будет такое чувство распирания. Если прям дикая какая-то боль, то говори, хорошо? Так, смотрите, я вот вхожу прям вот возле ноздри, вот где у нас прокольчик, можно даже немножечко отодвинуть ноздрю. Делаем вдох. Доходим до кости, фиксируем и делаем аспирационную пробу. Считаем 30 секунд. Примерно сколько? Смотрим, как ткань поднимается. Все хорошо? 0,2 вот я уже ввела. В принципе, видите уже, как приподнялось? Я сейчас еще чуть-чуть введу. 2,5, можно 0,3. И выходим. Здесь мы его не разминаем. Как чувствуете себя? Нормально. Ну, острой боли нет. Все хорошо. Немножечко кровь побежит, но сейчас ее остановим. Все хорошо. Голова не кружится, вы с нами. Просто плачем от чего? От боли? Нет, это заслезились просто. Рефлекторно. Все окей. Все хорошо? Ну, хорошо. Пульсирует немножко. Где? Пульсирует? Да, немножко. Ну, да. Здесь может такое быть. Терпимо. Все терпимо? Смотрите, так, пульсировать, ну что, сейчас давление немножечко есть. Но если прям сильно вас это беспокоит, я вам могу немножечко сделать супрастинчик. Да, не вроде, но все терпимо. Все терпимо. Если что-то говорим, то вы мне говорите, я, чтобы минимизировать. Смотрите, сейчас гиалуронка начнет к себе притягивать воду.
И будет такое ощущение, что давить, либо пульсировать, такое может быть. У меня, когда мне такое делали, у меня в одной стороне мне стреляло в губу первые сутки. Потом все прошло. Это отечно, здесь что-то перетягивает. Но смотрите, если изменение цвета ткани, если что-то не так происходит, прям срочно бежим ко мне. Острая боль, либо что-то там пошло не так. У нас, видите, из-за анестезии тут все покраснело. Тут у нас одинаково белое, все нормально. Мы еще наблюдаем. Разноцветные перчатки. Ну, врезала, да. Так, тебе получается. Так, смотри, еще раз рассказываю. Делаем строго под углом 90 градусов. Мы можем, ну я пока не вожу, просто показываю. Мы можем прям, вот видишь, у нас вот здесь углубление, вот сюда войти. Ну, говоришь, и вдох, ходишь прям до кости, ты почувствуешь, что ты уперлась в кость. Дальше, ну, чтобы шприц вот так не скакал. Ты дошла и его как-нибудь вот тут вот фиксируешь. И в это время делаешь на себя аспирационную пробу. И считаешь до 30. Обычно, если мы попадаем в сосуд, так как у нас здесь вены и артерии, у нас кровь начинает на 5 секунде бежать. Ну, но все равно мы держим до 30. Давай. Так, возьми, да, как тебе удобно. Мы никуда не торопимся. Делаем вдох. Вдох. Все, зафиксируй второй рукой, либо как. Ну, как тебе удобно. И на себя тяни поршень. Ой, мамочки. Чего такое? Не знаю. Кость почувствовала. Ага. Ну, видимо, ты испугалась кости. На себя шприц. Потянула. Еще держи до 30. А, держать все. Конечно. Да. Сложно так стоять. Ну, кто сказал, что будет легко? Ну все, у нас чисто все. Теперь берем и типа тихоньку, на кость только не давим, человеку больно не делай. Сильно больно? Все, просто страшно. Вводим. Вводи, я тебе скажу, когда стоп. Еще вводи. Еще не поднялась там. Больно? Нет, ей просто страшно. Еще дави. Ты медленно, но еще чуть-чуть дави. А дави, ты когда видишь? Не идет, я давлю. Что мне так хорошо давлю? Сильнее дави. Останови поршень. Угу. Остановила? Да. Вытаскивай. Все. Доложено тоже, бедная девочка уже все смотрит. Все хорошо? Боится больше. Сейчас нужно приподнять. Я сейчас вам покажу, как я заполняю носоглотные складки. Смотрите, как делаю я. Сейчас расслабимся. Все, расслабимся и вообще не нервничаем. А, вот мы сюда ввели, вот сейчас у нас, видите, есть такой вот крывальчик. Я вот так вот. Вдох. Я захожу, можно чуть-чуть вот так вот сделать, знаете, такую сепарацию. Я на всякий случай везде беру аспирационную пробу. Потому что бывает всякое. Все, мы выкладываем. Чувство распирания. Сейчас у вас будет. Я потом разомну, оно выпрямится все. Давайте вдох. Анестезия не помогла. Откроем, пожалуйста, ручку.
Я вот так вот беру, да, чуть-чуть неприятно. Тут разминаю, там не разминаю болюс. Вот здесь, где ввела. Я вот так вот размяла. Мы сейчас еще сюда чуть-чуть приподнимем те нити, но то, что тут поднимается. Вот это нависеть не будет. Так не улыбаюсь. Вот видите, все хорошо. Угу. Вот здесь, видите, чуть-чуть. Есть такой вот заломчик. Я еще чуть-чуть вот так вот пойду, прям не сильно глубоко. И опять на себя вот такой вот сделаю. Сепарацию. Вот. Видите, когда делаешь сепарацию, вот видите, как сразу раз и улетело. Я не буду проводить. Потому что здесь я не попала в сосуд или в артерию, в вену или в артерию. Я так как сделала сепарацию, я повредила верхние стеночки сосудов. И туда не надо больше. Сейчас я вот эту иглу поменяю и будем работать дальше. Когда попадает кровь, мы вот так вот эту кровь убираем и меняем иглу. Кто следующий? С той стороны. С этой же не работаешь. Так заполнено. Вот видишь, вот где заломчик есть. Мы сейчас вот пойдем вот сюда вот. Вот смотри, вот видишь, у нас вот такой бегла доходит. Mm-hmm. Значит, вот отсюда мы делаем проходчик. Да, сделай на себя там. Mm-hmm. Нет, не вводи, сделай на себя аспирацию. Сюда еще. Видишь, вот тут еще uh-huh. есть залом. Вот тут провальчик. Сюда заходим. На себя вот так. Пришло вот так. Да, прям вот так вот. Так сделаем. Угу. Еще раз зайдем. И сейчас сделаю аспирацию. Не вводи сразу. Это уже было. Все. Уже было, все поняла. Все. Выходи. Можно вот. Откройте, пожалуйста. Вот здесь чуть-чуть вот так вот разомнем, чтобы оно комком не лежало. Оно постепенно в течение двух недель все мы с губки делаем. Все. Сильно не ржем сейчас. Ага. В течение недельки сильно не улыбаемся, чтобы у нас дверь никогда не